Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим вам напомнить о практике, которую обязательно нужно каждому провести до 10 сентября, для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Почему именно эту практику нужно проводить и почему именно до 10 сентября, друзья, далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, каждый из нас хочет иметь деньги, но многие из нас вроде работают на двух-трех работах, казалось бы, ведут правильный, как они считают, образ жизни, но знаете, вот прямо иногда кто-то, многие вот нам прямо пишут на электронную почту, что вот чувствую, что что-то не дотягивает, что-то я не делаю, а бывает так, что не хватает какой-то проведения какой-то практики, проведения какого-то ритуала, обряда, возможно, не хватает просто, знаете, вот под этой последней капельки, которая и запустит определенные процессы в вашей жизни. Поэтому обязательно до 10 сентября проведите эту практику. Почему именно до 10 сентября? Дело в том, что у нас до 10 сентября, друзья, растущая луна. А самого 10 сентября нас с вами ожидает полнолуние, которое также не пропустите. Также смотрите, как у вас происходят, какие процессы в полнолуние и в новолуние. Потому что есть люди, которые жалуются нам на то, что в полнолуние они себя чувствуют вяло, у них, возможно, депрессия, быть им тяжело. А кто-то наоборот в новолуние чувствует себя как свеженький огурчик. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы научились сами осознавать и понимать, как на вас влияет Луна, и, соответственно, использовать это ресурсное время. Но сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание практике, и эта практика поможет вам привлечь деньги, изобилие, достаток, откроет новые возможности для вас. Она очень простая, эта практика, ее может провести каждый человек. Главное в этот момент находиться в хорошем расположении духа. Главное, чтобы вы были заряжены энергией успеха, радости, удовольствия. Если вы находитесь в каком-то таком апатическом состоянии, вам ничего не интересно, вам хочется реветь, вам хочется поднимать какой-то негатив, то эту практику бессмысленно делать, потому что вы только как минимум потратите свое время и не добьетесь тех результатов, которые вы бы хотели получить. Кроме того, друзья, обращаем ваше внимание, Луна сейчас у нас набирает силу, активная у нее фаза, и это особое время, ресурсное время, когда вы действительно можете много чего успеть. Поэтому, пожалуйста, не упустите возможность и не упустите этот момент. И, конечно же, очень важно, чтобы деньги не утекали из нашего дома, чтобы они всегда только приумножались. И, друзья, именно эта практика поможет вам. Но для начала обязательно вот в коридоре, где вы заходите в дом или в квартиру, обязательно сделайте уборочку. Хорошо было бы, если бы вы и везде бы сделали уборку, в том числе помыли окна бы, помыли входную дверь, межкомнатные двери. Это очень важно. Почему? Потому что все состоит в первую очередь из энергии, а потом из материи. И если на энергетическом уровне у вас где-то присутствует негатив, где-то, возможно, в этот момент, например, у вас те же зеркала, да, вы видите, что они заплеваны, например, или имеются какие-то пятна, нужно это помыть, убрать вот этот негатив. Вы должны еще понимать и то, что когда вы видите, например, что у вас стекла грязные, вы видите, у вас пыль, грязь, вы должны понимать о том, что вы это видите на физическом плане, потому что так человек видит именно материю, материальный план, но на энергетическом плане это застоявшиеся энергии, это грязь, это негатив. Поэтому вы должны осознавать и понимать, что вы должны быть заинтересованы в том, что всегда в вашем доме был порядок, была чистота, было изобилие и достаток. И, друзья, для проведения этой практики вам понадобится любая монетка, любого цвета и достоинства.
Но вы ее должны сами выбрать. Вот возьмите после просмотра этого видео, откройте свой кошелек и посмотрите монетки. Выберите ту монетку, которая вам действительно понравится. Не нашли монетку, значит, не ваше время. Возможно, у вас есть в копилке монетки, вы просмотрите и увидите вот эту монетку, которая блестит лучше или которая более новее, чем другие монеты. Как обращаю ваше внимание, здесь достоинство не имеет никакого значения. Бывают и такие ситуации, что в магазине, находясь и когда вы берете сдачу, вам продавец дал сдачу, например, одной-двумя монетками. Посмотрите, возможно, это ваша монетка, которая вам откроет потоки к денежному достатку. Обязательно ее промойте под проточной водой для того, чтобы ее очистить от любого негатива, который, возможно, на ней накопился. Итак, берем нашу монетку, и в этот момент вы обязательно должны сосредоточиться. Вы должны быть одни, спокойны, и вы сами должны верить в то, что вы делаете. Обращаем ваше внимание, что если в этот момент находятся у вас коты, собаки, то постарайтесь их закрыть в другую комнату, чтобы они вам не мешали при проведении этой практики, потому что животные, они чувствуют вот эти энергии любви, энергии изобилия, и они хотят купаться, знаете, вот хотят своим носиком, хотят дотронуться. Итак, друзья, берем нашу монетку в левую руку и говорим три раза следующие слова. Денежки, денежек поджидают, порога встречают, в гости зазывают. Приходите, сребряки, медяки, да золотники, здесь вам наварено, напарено, да налито. Денежки лежат, копятся, прибавляются, силы набираются, да будет так. Помним, эти слова нужно будет произнести три раза. И еще один момент. Эти слова будут в описании к этому видео. Только большая просьба, при проведении практики мы эти слова не читаем с телефона. Многие любят сделать скрин и считают, что они так решили быстренько этот вопрос. Перепишите эти слова на листочек бумаги. Помним, еще раз напоминаем, если возникают какие-то зачеркивания, помарки, переписываем. После этого все эти листочек или листочки мы с вами сжигаем со словами благодарности, пепел нужно развеять. Далее, что мы делаем? Мы берем нашу монетку, кладем под коврик у порога. И пусть эта монетка там всегда лежит. И здесь очень важно, чтобы эту монетку никто не взял, никто не вымыл случайно. И вы в какой-то степени за этой монеткой должны следить. Если вдруг монетка потерялась, кто-то забрал или вы сами случайно вымели, нужно заново провести эту практику. Но помним, эту практику хорошо проводить за 7 дней до полнолуния. Обращаем на это ваше особое внимание. И пока ваша монетка будет лежать под ковриком, ваши деньги никогда не будут утекать из вашего дома и из вашей жизни. Еще, друзья, обращаем ваше внимание, если у вас есть маленькие дети, и смотрите также, чтобы они эту монетку не забрали. Если вдруг вы увидели, что при уборке вы ее не нашли, пожалуйста, не расстраивайтесь, вы должны понимать, что в какой-то степени высшие силы таким образом напоминают вам, что пора провести заново эту практику. Друзья, и никогда не забываем благодарить Вселенную за помощь для того, чтобы сохранить равноценный энергообмен. Помните о том, что Вселенная с нами общается через энергию в первую очередь, но мы, к сожалению, одеваем очки и не видим тех подсказок, тех советов, того всего, тех звоночков, знаков, которые подает нам Вселенная. Также, друзья, обращаем ваше внимание, в комментариях под этим видео напишите, что вы желаете заиметь до конца этого года. Например, я желаю приобрести, иметь, получить и так далее.
Напишите, что это конкретно, и поблагодарите Вселенную за то, что у вас уже есть, и в конце напишите ваше имя. Таким образом, вы активизируете те ваши мечты, те ваши желания, которые смогут быть, реализоваться в вашей жизни. Помните о том, что вы волшебники, и очень важно, чтобы время от времени вы проводили вот такие вот практики, чтобы вы помнили о том, что да, вы все можете заиметь в своей жизни. Главное, чтобы у вас было желание и вот хотение того иметь. Только не смотрите, пожалуйста, на других людей, что у других есть. Если ваша подруга заимела квартиру, это не значит, что она вам тоже нужна. Возможно, вам просто нужно отправиться в путешествие в какой-то интересный регион, где вы лучше наполнитесь энергией божественной и сможете нести в мир вот то милое, доброе, что бы вы хотели делать, возможно, с детства. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет на данном этапе в жизни полезна и важна. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне вам понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся с вами уже в следующем видео.